За нарушение правил уборки снега муниципальный контроль в Нижневартовске вынес этой зимой уже 26 предостережений. Как рассказывают специалисты, чаще всего такой меры достаточно, чтобы управляющая компания, организация или индивидуальный предприниматель устранил нарушение, будто брошенный в неположенном месте снег или куча, не вывезенная больше 10 дней. Все это регулируется правилами благоустройства города, которые нужно соблюдать при выполнении снегоуборочных работ. Причем для всех пользователей земель территории действуют единые правила вывоза снега после очистки, при нарушении которых предусмотрена административная ответственность вплоть до штрафов. Проведен один профилактический визит. Ну и, в принципе, материалы, акты проверок, вот этих вот актов выездных обследований, мы направляем в другой отдел. Если в течение 10 дней эта куча не вывозится, выдаются предписания. Если предписание в установленный срок не исполняется, то тогда возможно, административная ответственность за неисполнение предписания. Подробнее об этом, а также о том, почему в Нижневартовске с последствиями снегопада борются уже вторую неделю, смотрите уже сегодня в новом выпуске программы «Больше, чем новости».